сразу. Мир запустения. Вот Феофилак говорит о мерзости запустения, он приводит именно исторический пример, что тогда это в иудейский храм внесли идолов. Это, говорит, мерзость запустения. А вообще, если применить именно к последним временам, что значит мерзость запустения в храме, реченную пророком Даниилом? Ну, в буквальном смысле это когда антихрист сядет в храме, выдавая себя за Бога. К этому идет. А это все только предтечи. Вот он там был, Антиох, он захватил. И он не должен там даже быть, а он зашел. И зашел, ну и я, там дальше. Это говорится все в неканонических книгах-то. Это ничего не значит, но мы должны это помнить. Что мерзость, все, что отвратительно. Вот женщина носит мужскую одежду, брюки. И говорит, и это мерзость. 22:6 стих, второзаконие. А если это мерзость, мы плывем в океане мерзости в городе, пошли когда. Одни мерзавки. Мужчины бритые, беребитые, это тоже мерзость. Очень обесчещенные. Вот надо смотреть, кто он там такой, папа этот римский. Однополые браки пошли, мерзость. Его надо вытаскивать оттуда немедленно. Более отвратительного греха Златоуст говорит, нету. Потому что за этот грех испепелен был Содом и Гоморра и окрестные города. Все, что противно Богу, есть мерзость, что отвлекает от Бога. Тем более поносительное. Вот захватывали православные храмы, делали там другой веры. Для православных это мерзость. 4:12 считаем мы Деяния апостолов. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И как концовка прихлопнуть Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Кто-нибудь прочтите. Мерзость от запустения, что истины и истины нету, а вторглась вот эта мерзость. Прочитайте. Какая глава, Игнатий Ильич? 1 глава, 8-9 стих, послание Павла да. Галатам. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Ну вот тут есть Островский, там Пархоменко. Они говорят, Ветхий Завет – это все бредни евреев. Это мерзавцы. И патриархия ничего с ними не делает. Вот и ответ. Да, благодарю вас, Игнатий Тихонович, потому что вот брат Вячеслав пишет, что в конце мерзость запустения – это антихрист сядет в храме. Но я больше вот спрашивал именно в наше время, что значит мерзость запустения. И вы хорошо это объяснили. Благодарю. Да, слава Христу. Да, у меня еще один вопрос. А потом я предоставлю уже братьям задавать вопросы на основе стихов Писания. Несколько будет. А потом вопрос. Наум, 1 глава, 9 стих. «Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится». Это же глава, этот же стих, только церковно-славянский стих. «Что помышляете на Господа? Скончание сам сотворит, не отомстит дважды купно в скорби». Златоуст, толкуя этот стих, говорит, что поясняет, что дважды за одно Бог не наказывает. И вот к Коринфянам, вот вопрос уже перехожу, 11 глава, 28 стих. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». И вот вопрос. Можно сказать, что когда человек приступает к причастию недостойно, то есть не рассуждая о теле Господнем, вследствие этого заболевает или даже умирает, то у него может оставаться надежда, что он все-таки не будет осужден с миром, так как
однажды уже был наказан. Ну что однажды? Это о земле говорится? На земле. Вот, допустим, человек, мужчина совершил грех, прелюбодеяние. 7 лет. Но если это священник, его нет, он на следующий день после блуда может причаститься. А почему? С него снимается сан всегда. И говорится, что для священника это еще сложнее, чем для мирянина. Мирянин через 7 лет опять тот же может быть, а священник уже никогда не возвратится. Вот как объясняется. А священника извергнуть и одновременно его теперь отлучить, этого нету. Дважды за один грех не наказывается. Ну, а теперь там подготовительный, который идет, что вы сказали, конечно, нужно рассматривать, ну, в частном порядке. Посмотреть, что там делается. Вот иногда мне вопросы задают, абсолютно невозможно ответить. Ударил его, почему ударил? Понять не могу. А как мне теперь быть? Да вот, ну, видимо, уже повестка пришла. Ну, зачем же ты ударил-то? Да еще разговаривают, как мне стать священником. Зачем? Вот этот был Николай, который Романов-то на Урале. Ну, там все забрали, его посадили. Я не знаю, суда-то не было настоящего. А ему нельзя было быть, потому что он уже после крещения совершил 2 убийства людей. Из-за денег. Рукояткой. Дважды. Дважды убийца. Ну, я к нему там отсылал человека, что если бы он послушался, был бы на своем месте, и было бы дело невиданное в России. Мы бы сразу подготовили примерно 300 миссионерских групп по 2 человека. Кирилл у него там был митрополит, и Кирилл, он и патриарха поносил, и всех поносил. Надо было в ноги упасть, благослови, владыка. Ну, никакой надобности не было себя так дерзко вести. Это даже человек ума не хватает. Ну, какая сила там? Там власть, все остальное. Дайте мне власть. Я наведу порядок в стране, власть президента. Я заведу на 2 дня. Я их всех туда сошлю. Кого? Евреев. Нормально, ненормально даже. Но я молюсь каждый день о нем. Вот так. Надо смотреть внимательно и по полочкам разложить. Ну вот в этом-то вся и суть заключается. Они опустошенные, Господь наказал их, земля пустая. А что там будет, где, к этому не относится. Это только на земле двойное не будет наказание. Вот так. Вот тут брат Вячеслав пишет: «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Тут речь о том, что после наказания человек придет в чувство, и покаяться, и потому спасется. Да. Все, спаси, да. Христос, Игнатий Тихонович, понял, благодарю. Да, а который что дважды и наказывается, это только на земле. А там следующее оно не имеет, там порог, там все по-другому. Ну еще давайте. Да. У меня, отец, приветствую. Слушаю, отец Наум, давай. Да. Вот, значит, Коринфянам 1:18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». 21 стих, тоже 1:21. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Значит, здесь слово 2 юродства. Для погибающих – юродство, а для нас, спасаемых, тоже юродством проповеди спасти верующих. Все, юродство. И все это, значит, безумие, так, как это... Дурость. Написано «дурость», «домкоп». Дурость. Потому что проповедовать, да, о том, что спасает тот, который себя не спас, плотник, за кем вы пошли, а у нас это на первом месте. И он так и говорит, юродством проповеди, то есть берет, так как они говорят, обвинение это, и этим возвращает им. Юродство, согласны, для нас это спасительный шаг, а для вас погибель. Дурость написана, думков. Да.
Но здесь же вот юродством проповеди, здесь для погибающих юродство есть, да, дурость. Правильно? Дурость, вот, дурость именно тут, то, что мы проповедуем. Да. Ну, а для них так, что ты говоришь-то, кто вы такой, неучи, ничего не знаете, дни какие-то, вот, а мы-то знаем это все. Для нас это не дурость, я говорю, дурость, а это дурость, и Бог меня спасает. Ну, здесь можно так по-народному, он в дураки попал. Да, а здесь да. Так, это прямой перевод такой. А здесь, ну, тоже вот здесь, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Их языком они говорят, так честно, он и говорит, вы называете эту дурость, вот этой дуростью нас Бог спасает. Он... это понятно. Ему понравилось это слово. Это когда Исаакиевский собор, ну тогда еще Ленинград был. Ну мы купили посмотреть там что, а там разбивается, заходят группами, запускают. И групп 6 по сторонам все. А мы зашли в центральный предел, и там написано о том, что поднимите врата верхи ваши и внизе царь славы. И молодая там гид объясняет, что это во время Пасхи, священник такой, такие ризы у него красивые. А я стою прямо рядом, говорю, это совсем не так. А как? Я говорю, это означает, он одержал полную победу. И когда он возвращается после Вознесения, и там как бы у царства, ну сколько там, высота 5 метров ворота, а Господь голову не наклоняется, он уже не 5 лет, у него 7 метров, образно сказать. Поднимите врата верхи ваши, и войдет царь славы. Она говорит, тут совсем не то. Давайте дальше-то. Ну, я с людьми начал говорить, а народ облепили. Народ, минут 20 было, забили весь собор, и там проходить надо люди, то билеты это на той стороне продают, а тут хода нет никакого. Она говорит, вы маленько к дверям подойдите, чтобы народ маленько схлынул. В Петергофе точно так же было. В храме, который был закрыт тогда, Василия Блаженного я проповедовал. Даже трудно сказать, где не проповедовал. И везде, вот, допустим, Третьяковской галереи, там есть отдельный как бы зал такой, ну, большая комната с продолговатой, и там иконы. Но я громко объяснял, забили, милицию вызвали, она не может ко мне подойти. И когда прошли туда, милиционеры 3 возле меня встали, охраняют, я продвигаюсь, икона, объясняю, и они рядом идут, чтобы народ не допускать. А я прям полным голосом говорю, это вот небо открыто, это взято из Откровения, там редкие иконы такие. Вот начнешь говорить, люди, вы думаете, наверное, все такое, да где-то может такое быть. Ну вот, да. У меня свидетели есть, с кем я там был. Да. Ну, ты вот здесь, кажется, не юродством ты говорил, а ты говоришь, слова мои суть, дух и жизнь, да. Значит, слова мои есть истина, путь истина и жизнь, понимаешь? А здесь юродство, дурость. Ну, раз они говорят, он и говорит, вы говорите, что да Господь избрал меня. И этой проповедью, которую вы называете дуростью, спасает нас. А вы остаетесь вне. Их лексикон берет и ихним лексиконом теперь показывает. Дурость, дурость. Ну, давай теперь сравним, кто вы такие. Я был кем? Да. И что со мной Господь сделал этой дуростью, как вы говорите? Да. Значит, понятно. Они говорили, что он, значит... Здесь дуростью, значит, здесь все наоборот. Значит, вашей дуростью, здесь юродством проповеди, значит, дурость, значит, в этом говорится истина. Ну да. То, что вы считаете дуростью. Дуростью, да. Она спасает. Вот, да. Я говорю вам, что это истина. Да. Да, вот. Да. То есть дурость это для них дурость-то. Оно реально-то не дурость. Так понимаете, они как говорят. Мудрость Божия, да. Это для них дурость только. О,
очень известный, в стране было только 3 студии документальных фильмов. В Санкт-Петербурге, в Москве и, кажется, в Красноярске. И вот мне названивают, батюшка был там, отец Аким, ну это где-то из Томска, наверное, Кузнецов Владимир Сергеевич. Просится, чтобы приехать поснимать. Я говорю, что снимать-то тут? Ну вот нам надо, вот о вас слышали, то другое. И, наконец, месяца через 1.5-2 я разрешил приехать. И они ставят фильм «Предчувствие». Это вообще надо видеть. И потом они выезжают на всемирный там конкурс был документальных фильмов в Югославии. «Золотой Витязь». Ну, когда приехали, опоздали, уже все места, они говорят, ну, уже, ну, посмотрите хотя. Ну, уговорили, чтобы посмотрели. Они посмотрели, когда они им тогда первый приз им, а который на первый, на второй его передвинули, а кто на втором, на третьем. Маленько погодя, еще приезжает. Я говорю, ну, вы снимали? Мы новый фильм снимем еще. Он первое место в России занял. Там в каждом метро продавали везде. Мне говорят, вы, наверное, миллионером стали. Я ни одной рубля не получал. В Америку проехал. Там все это знает. А потом другой, Малашин, с Новосибирска, приехал тоже. Златоуст из Потеряевки. Или второе крещение Руси. Названия-то какие. 3 фильма ни о ком. Кто я такой? И не просто фильмы документальные. И заняли такие места. Почему? Бог это сделал, посрамление. А тут священники пустили молву, что меня за границей денег дают, я всю прессу, телевидение закупил. Закупил. Ну, правда, я говорил без приглядки, говорил о вождях, о всем, что случилось. И когда я в вузах сидел, за меня ходатайствовали почему-то из Японии и из ООН. Вот какие были. Ну, это Бог делает так, показать ничего не значащая мошка и Голиаф кверх ногами. Да. Я, когда это, наверное, снимали фильм, я тогда был. Да, да, помню, да, да. Там у нас были проблемы с светом, и они куда-то ездили там в селение заряжать свои батарейки, да. Ну, вот такие дела. Когда... Слава имеет такое свойство, говорит, если кто за ней гонится, она убегает. А кто от нее убегает, она его догоняет. Ян Златоуст. Мне никакой пользы нет, ни рубля, ничего нету. Ну, интересно, конечно, я даже... Они у меня есть на нашем сайте. Даже у вас, вот, который был я там, посмотри, какая необычная аудитория. Ты одень только своих женщин, батюшка. А то они и без рукавов, и как у нас нет такого. Платка, что были. Видишь, как у нас люди, это много труда положить надо. У нас даже здесь вот одеты. Вот, вот посмотри здесь, вот Марина Калинкина, там, кого я вижу. Как сестры одеты. Вот здесь вот там, ну я неправильно, может, считаю. Ну да, я над этим все время работаю, когда кто подходит, я сразу говорю ей, что вот здесь, что Господь сказал, что это мерзость пред Богом, когда мужчина одевает женскую одежду и когда женщина одевает мужскую одежду. Да. Это грех. Грех здесь, да? Ну, я не знал это. Ну ладно, отец, что вопросы-то еще, Александр, есть? Тихоныч, у меня вопрос вот есть. Так давай, Андрей. Про неканонические книги. Почему они признаны неканоническими? По какому критерию? Ведь они входят в итоге в Библию святую-то. Причина была только одна. Они не были найдены в оригинале. В греческом языке есть, а на еврейском их нету. Но после того времени Сирахова полностью нашли, Даниилов под главы эти, и нашли не где-то, а у армян. А другие взяли от католиков из Вульгаты, где Иероним Стридонский переводы делал. Из-за недостатка сведений. Они, на них проповеди какие, Иоанн Златоуст говорит, Григорий Ниский, и там, я не знаю, Августин, кажется. Это не одна книга, а 11 книг. А кроме того, 18, кажется, книг, которые упоминаются в Ветхом Завете, а их нигде нету. Златоуст говорит, они не только теряли, они уничтожали их. Иеремия 36 глава, прочитай, что там, когда царь сидел перед жаровней, была зима.
А ему Иеремия написал, что... И он отрезал эту часть, до конца не досчитал, уже резал. А это же кожа, пергамент. Мало того, говорит, и преследовали авторов. Как и Исаию перепилили деревянной пилой. Сказать даже страшно. Вот как. Они ненавидели. Вот говорит, и Назареем наречется... Матфея, считаем первую главу. Нигде это в Библии нету, Златоуст говорит, и не ищи. Многие книги они уничтожали, евреи. Поэтому Господь, когда пришел, он им сказал, кто они такие, что они сделали со своей верой. Вот так. Спаси Христос. Аллилуйя. Так, еще. Братья, вопросы есть еще у кого? Задавайте, пока есть возможность. Давайте. У меня сохранились вопросы и ответы. Бумажками в университете на кафедру давали-то. Да, вы видели это как. Ну, а кто-то сказал, говорит, так вы что-то издайте, напишите, такие вы говорите, все потеряется. Но я успел только остаток захватить. И 4124 ответа, это тысячи. И я их разбил на 55 папок. И они все на нашем сайте. Отдельно про евреев, отдельная папка. Что было, как говорит, и все подтверждается Писанием, святыми отцами, канонами церкви, житиями святых. И стихами 300 поэтов за 200 лет. Это 20 тысяч файлов. Это огромный материал, огромный. Кто желает, я не знаю, тут вот усатая Наталья есть, она в Германии, и она каждый день выставляет там, проповеди выбирает и выставляет. И когда-то Чиркина или кто, а та стихотворение берет. Распространители, помощники. Но, однако, все... Ну, видимо, все, да. Ну, молитесь. Назначайте. Хорошо. Внимательно слушайте. Буду называть, сразу отвечайте. Можете или не можете. Так. Хорошо. Хорошо. Что-то у нас тут мало сестер. Вячеслав Семенов здесь? Я. Вот, у нас такой тут порядок, вы знаете, помолятся сейчас, там достойно прочитают, пропоют. И тогда кратко высказать молитву, и в конце обязательно прославить Святую Троицу, и громко сказать аминь. И кто согласен, все говорите аминь. Во славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Достойно есть якова истину, блажите тя Богородицу, преснаблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу тя величаем. Кто считает, чтоб видно было... Милосердный Господь. За собрание это, которое ты обеспечиваешь нам, за эти дивные беседы и за Слово Твое Святое, которое ты оставил нас через святых Твоих пророков и апостолов. Дивный и милосердный Господь, сделай нас носителем Духа Твоего Святого, дабы мы могли проповедовать другим в силе Твоей, чтобы мы руководились не своими человеческими мыслями, но Твоими, Господи. Также укрепи, да положи на сердце принимать правильные решения Владимира. Ему сейчас так трудно. И других правителей, Господи, не оставь. И тех, кто остался жив и потерял родственников, Господи, утеши, дабы они познали имя Твое, ибо все это содействует ко благу верующему. Господи, мы благодарим Тебя за то, что мы православные. Ты открыл нам, что Ты есть Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Благодарим Тебя и славим, и хвалу Тебе воздаем, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Аминь. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Аллилуйя. Аминь. Спаси Христос. Благодарю за занятие, собрание. Аллилуйя. Аминь. Слава Христу. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос.